В Казахстане проводится уникальная политика трехязычия, направленная на освоение казахстанцами сразу трех языков – казахского, русского и английского. Очередной обучающий семинар на тему трехязычия «Веление времени» при поддержке Министерства образования и науки страны, а также Международного общественного фонда КТЭФ состоялся на базе Тарасского казахско-турецкого лицея. Языковая политика в Казахстане – путь интеграции нашей страны в мировое сообщество. На сегодня в казахстанском обществе проводится политика трехязычия, направленная на освоение казахстанцами казахского, русского и английского языков. Модернизация образования должна стать той основой, на которой будет опираться будущее экономическое, политическое и социально-культурное процветание страны. Для реализации поставленных целей и был организован этот многоуровневый семинар. В преддверии перехода к трехязычному обучению наша школа решила обучить 500 учеников нашего города английскому языку. Вот как уже две недели мы преподаем нашим ребятам, приняв вот эти 500 учеников, разделили их по уровню, в каждом кабинете по 20 учеников. Всего обучение прошли порядка 1000 тарасских школьников. Занятия включали в себя 72-часовое обучение, 40 часов лекций и практических работ, а также 32-часовое обязательное обучение в онлайн-режиме. Каждый день мы изучаем что-то новое, каждый день учим слова. И на этих курсах я познакомился с новыми друзьями. Мы проходим уже времена. Тут очень хороший коллектив и очень хорошие учителя, которые обладают очень хорошим познанием английского языка. Каждый учитель объясняет по-своему, но все равно смысл один и тот же. Параллельно с трехязычием юные участники семинарских занятий получали дополнительные знания по 3D-технологиям и робототехнике. Такая технология учебного процесса приводит к более эффективному усвоению знаний, умений и навыков, позволяет активизировать процесс обучения языкам и добиться за относительно небольшое количество часов хороших результатов. Наимбек Бакбанов, Омертай Ибраев, служба новостей.